Снова здравствуйте, всем привет! Давайте в этом ролике попробуем сделать именно движение цепи по шине. За консультацию спасибо Максу Надольному, ссылка в описании на его канал. Также спасибо за звенья цепи. Давайте все это дело пробовать. Так, семерка на нампаде. Хочу я вот эту нашу пилу, которая будет в описании для скачивания повторно под этим роликом, чтобы вы попробовали, как что сделать. Так, добавляем, отключаем свет и камеру, добавляем, так, курва циркл, тройка на нампаде, R мы перекручиваем, единица на нампаде и заходим в Edit Mode. Значит, так, с помощью Move перетаскиваем, делаем S, уменьшаем, сразу вот так вот делаем, правой кнопкой мыши делаем подразделение, теперь с помощью Move G уводим эту штукенцию сюда. Так, это что у нас получается? Она увеличивается, так? Так, вот это не есть хорошо. Так, это значит R делаем G вот сюда. R чуть-чуть перекручиваем. Так, здесь что у нас получается? G это вот сюда. Это G вот сюда. И главное, здесь нельзя их увеличивать. С помощью клавиши Scale. Ротацию можно крутить, Scale нельзя. Почему? Потому что начинают заворачивать в другую сторону вот эти наши звенья. Так, это значит G. Включаем цепь. Прозрачность. Английская А. Так, почему она уменьшилась? Я же ее доводил. Вот сюда выводим. Теперь R, G подгадываем поближе к носу. Так, это есть. Это вроде бы тоже G есть. Так, это попало. Куда попало? Зачем попало, да? Так, это значит... А, вот она, двойная. Это R. Тоже делаем перекрутку. И G подставляем к нашей шине. Английская А. Смотрим, как тут все стало. Ну, вроде бы ровно, да? Давайте чуть-чуть еще подкорректируем. Это будет видно уже в Object Mode. Так, ладно. Возвращаемся. Edit Mode. G. Это назад. Object Mode. И что-то у меня тут. Так. Это значит поближе вот сюда. А это значит поближе к диску. Это А. Это вроде бы все нормально. Но в Object Mode чуть-чуть выпирает. Ну ладно, она в корпусе. Главное, что потом подправить можно будет. Так, семерка на нападе. И все это дело, значит, мы погружаем в нашу шину. Все, погрузка произошла. Теперь закидываем файл import ops и закидываем звенья цепи. Делаем им S. Ненужное тут есть, надо удалить. Chain blade тоже какой-то. Так, и вот у нас получается звенья цепи. Вот они. Классно сделанный, так, во, так виднее. И вот картинка, по которой вы можете смоделировать вот эти звенья. Так, теперь что делаем? Привязываем нашу вот эту штукенцию, звенья цепи, к 3D курсору. И нашу вот эту Bezier тоже привязываем эту Origin к 3D курсору. Выбираем нашу вот эту запчасть. Заходим в модификаторы, находим Array. Так, семерка на нампаде, Array не Array. Сразу R
Давайте перекрутим звенья цепи. Вот так. Можно будет подогнать их. Ну, значит, к нашей вот этой курве. Так, опускаем ее пониже, потом отрегулируем. Добавляем модификатор курв. На курве ставим безьер привязку. Так, опускаем. Все по иксу. Так, смотрим, как тут все попало. Чуть-чуть регулируем. Направление вроде правильное. Делаем вот этим звеньям S. Английское. Поправляем, подгоняем. Значит, на Array прибавляем наших звеньев побольше. Так. Так, 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 так. Если мы сейчас уменьшим, допустим, вот S, то нужно еще больше их прибавлять. Бам, все. Теперь, когда мы их движем, вот мы можем их делать побольше, делать поменьше, потом это все курвой отрегулируем. Это не проблема. Итак, теперь заходим. Находим граф Editor. Выбираем. Что мы выбираем? N-панель. Прописываем по X, так как у нас по X здесь вот стоит. По X правой кнопкой мыши. Insert Single Keyframe на первом кадре. Здесь появляется название. И находим X-локация. По X на нее нажимаем. Дальше находим N-панель и находим модификаторы. Да. И находим генерация. Так, пока оставляем, включаем. Вот все у нас тут кривоваста пока движется. Почему? Да потому что у меня так выставлена именно курва. Давайте посмотрим. Выберем Bezier и зайдем в Edit Mode. Теперь с помощью Edit Mode выберем, где они тут находятся вообще. Так. G. Опустим. Так, тут нужно будет еще соединить. Тройка на нампаде, единица на нампаде. Переключаемся вот в такой вид. И будем сейчас все это дело опять же регулировать. Так, сначала нос. G. Уводим ее вглубь. Находим другую курочку и поглубже ее регулируем, чтобы все это было в шине. То бишь мы это дело G все выравниваем. Так, это G садим поглубже, а вот эту чуть-чуть выводим поровнее. Так, смотрим, что у нас с этими двумя курвами. Так, почему-то тут две. Так, одну можно вывести вот сюда. Выравниваем. Так, эту можно чуть-чуть подсадить глубже. Так, здесь, где она находится, эту чуть-чуть уводим. Ага, туда нельзя, там уже еще одна находится. Так, это нам не надо. Так, это G. Так, а тут что больше нет у меня? Ну-ка, а вот они. Почему-то не видно их, нифига. Так, а ну-ка, А. И не выбирается. А вот G. Так. Так, а тут. Вот так, да? А тут, значит, чуть-чуть повыше. Тут в корпусе, в принципе, округление не видно. Это если, ну, вот, так, а вот еще что. Так, G. Вот так, вот. Вроде подравнялось. Так, смотрим, N-панель пока закрываем. Переключаемся вот в такой вид, чтобы цепь нигде не торчала. И вот она у меня разошлась. Почему? Потому что я ее именно двигал клавишей G, а не MOV, не транспозом. И клавиша R
Все это дело выравниваем, смотрим, чтобы не было пустот. Так, единицы на нампаде. Так. Делаем S. Выбираем безьер. Делаем безьер тоже S. Вот. Регулируем. Так, теперь с помощью, наверное, MOV чуть-чуть можно отрегулировать безьер так. Так, и вот эти цепи тоже с помощью MOV. Так, а где они тут находятся, MOV? Так, оп. И добавляем один array. Теперь делаем, наверное, S, чтобы звенья стали нормальны и не было перехлестия. Так, это значит S, S, вот, уменьшаем, а это значит, так, звенья становятся больше. Конечно, это прикольно, но теперь нужно что? S уменьшать нашу курву. Так, уматываем ее. Теперь отключаем пилу, смотрим, все нормально, но чуть-чуть у меня, так, все-таки вот это безьер. Так, почему-то R. Так, и G чуть-чуть кривовато. Так, ну, эта часть простительна. Так, вот здесь вот можно чуть поровнее. Ну, вроде бы выровнялось. Там не принципиально. Включаем нашу пилу. Смотрим цепь. Так, что она тут у нас? Цепим. Цепь погружаем в нашу шину с помощью MOV. Так, глубоко сидит. Так, теперь что нужно сделать? Нужно сделать и S. Так, а почему S? Так, уменьшаем, добавляем еще array. Чуть-чуть делаем S. Уменьшаем. Вот так. И теперь заходим в Edit Mode. Object Mode, выбираем Bezier, Edit Mode, так, переключаемся в прозрачный вид, и чуть-чуть нос вытаскиваем. Так, чуть-чуть углубляем, что еще получается, значит, тут нужно добавить будет звенья. Теперь вот эту чуть-чуть повыше, вот эту часть тоже чуть-чуть повыше, эту часть чуть-чуть, значит, ниже делаем, нос опять же опускаем, так, ага, чуть-чуть вытаскиваем вперед ее. Так, смотрим, что тут. Угу. Чтобы звенья тоже сильно с носа вот этого не вылазили. Так, как она тут находится? Ну, в принципе. Так, и тут они видны. Так, а вот эту, наверное, все-таки. Так, где она тут находится? Вот она. Ее нужно тоже пониже сделать. Во. Все. Офигенно. Теперь Object Mode. Выбираем наши звенья и добавим еще наших вот этих звеньев. И звеньям сделаем S. Так, это значит делаем S. Вот. Чтобы они все соединились ровно. Так, ну это еще нужно добавить. Вот тут
в этой части вот есть прореха. Вот, чуть-чуть можно добавить S. Так, а вот здесь все-таки все равно перегиб идет. Значит, опять же, безьер. Геморно, да, вот такого вот не было раньше в тех версиях. Почему так вот здесь все нужно четко поправлять? Вот как я гусеницы делал, такой даже проблемы не было. Так, ну ладно, ссылка, кстати, в описании будет, как сделать гусеницы на танк, если кому-то надо, конечно. Так, выбираем наши вот эти штукенции. Ну вот, все, они по шине попали. Так, что у нас теперь получается? Нужно привязать нашу вот эту безье, выбираем ее тут. Если у кого-то видна тут, то через Shift. Теперь вот эти вот зубья и через Shift последнюю выбираем пилу. Ctrl-P, Object Mode. Привязываем все это дело к пиле. И вот у нас все, звенья крутятся. Но здесь стоит единица. Нам нужно поставить 0.0, допустим, 40. Enter. Так. Почему? Так, это точка 0.40 не меняется. Так, пардоньте. Так, точка 0.40. Я на английском просто стою, поэтому тут получается дефис этот вместо точки. И вот получается у нас вот такая вот, сейчас покажу вам, так, отключаем вот эту штуку, вот, вот так у нас крутится цепь. И теперь, смотрите, если мы будем, фишка в чем вся, да, для чего это все нужно было делать, смотрите, чтобы выбираем, когда мы пилу саму, и теперь мы вот куда бы ее ни повели, будет крутиться именно в этом направлении. Вот, допустим, R. Вы видите, что цепь продолжает крутиться. Также можно регулировать силу, значит, кручения. Это выбираем наши вот эти звенья. И вот тут в этой вкладке X1 вот этот, значит, ставим, допустим, чуть поменьше. 0, допустим, 20. Enter. Вот она уже крутится меньше. Ну, потише, в смысле. Вот так. Можно прописать первый кадр, потом 80-м, допустим, ускорение идет. Ну, вот, посидеть. Вот такая штукенция. Итак, зубья я не буду давать вам именно с файлом. Сделайте их сами, пожалуйста. Попробуйте, кстати, вот повторно скриншот чертежа, по которому можно сделать вот эти зубья в Blender, смоделировать или в ZBrush. Если кому-то непонятно, то я сделаю урок, как эти зубья смоделировать. Ну, вот такой результат. Вот такая тема сегодня. Вот так. Всем пока, до свидания.